Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем делать мышонка. Вот воздыхатели этой кошки. Кошка, как я делала, у меня в предыдущем видео есть. Смотрите, какая она очаровательная. Вот, если хотите, посмотрите, ссылка будет и в описаниях, и в подсказках. Сейчас мы будем делать мышонка, который бьет клиник этой кошки. Для этого я воспользуюсь такой проволокой. Сейчас мы сделаем каркас тела, лапки. Ножки делаем в самом низу, закручиваем. Смотрите сами пропорции, какие должны быть. Теперь берем фольгу и начинаем формировать наши тельца. Тело вот так сделали, смотрите, видите, оно какое получилось, неказистое пока. Теперь мы будем делать голову. Делаем соотношение, вот, ну, приблизительно так, чтобы была голова. Если лишнее что-то, можно срезать чуть-чуть. Вот я сделала соотношение, вот как я сделала на линейке, в выложенном сообществе. Зайдите, посмотрите, если вам это интересно, относительно линейки. Теперь я должна и это, и голову обмотать, и тело, и голову обмотать джутом. Вот мы их обмотали, теперь давайте обмотаем ручки и ножки, лапки.
одну ногу вот я обмотала так с утолщением, что он будет вот так у нас сидеть, мышонок. Сейчас вторую обмотаю. Теперь нам надо сделать и приделать голову. Лишнюю уберем. Сделаем сейчас хвостик и ушки. Берем клетчатан. Вставим хвостик. Сейчас оденем нашего мышонка. У меня вот есть такая искусственная кожа. Я вырезала приблизительный размер кафтанчика. Сейчас мы его оденем. Вот я вырезала, сняла, вырезала по одной половине, вторую. Сейчас заклеим ворот. Такой получился кафтанчик. Зафиксируем наш пиджачок. Вот теперь мы что с вами сделаем? Теперь у нас высохли у нас ушки. Мы сейчас сделаем ушки. Зернышко кофе. Вот такой у нас получился мышонок. Давайте мы ему цветочков добавим. Букет готов, мышка готова. Приделываем вот сюда букетик. И вот сюда поставим сердечко. Вот такая у нас получилась мышка. И вот такая у нас получилась замечательная композиция. Влюбленная мышка в красивую кошку.
Если вам понравились мои эксперименты, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Заходите ко мне, пишите комментарии, я вам очень рада. Да, следующий год будет год крыски, поэтому такие вот мышки делайте заранее. Они вам пригодятся в подарках. Благодарю вас. И пока-пока.